Нотозавры, эти четырехметровые морские пресмыкающиеся, обладали вытянутым телом, приплюснутым хвостом и перепончатыми лапами. Их родной стихией была вода, где они успешно охотились преимущественно на рыб и головоногих. Однако нотозавры не проводили всю жизнь в воде, а выбирались на берег, чтобы отложить яйца в песке или понежиться на нагретых солнцем камнях.